Красной армии первой винтовкой для снайперской стрельбы стала трехлинейка. Оптические прицелы для нее сначала закупали в Германии, а в начале 30-х наладили и собственное производство оптики. Но снайперское оружие — это не только оптический прицел. Производство самих винтовок всегда контролируется особой тщательностью. Допуски для снайперской винтовки были в половину меньше, чем для штатной. Кроме трехлинейки, в годы Великой Отечественной многие снайперы использовали СВТ-40. Очень ценила это оружие легендарная Людмила Павличенко. Но после окончания войны на вооружении снайперов советской армии по-прежнему оставалась трехлинейка. Замены ей не было еще почти 20 лет. Только к 1958 году были разработаны тактико-технические требования к новой снайперской винтовке. В конкурсе на разработку приняли участие многие конструкторы-оружейники Советского Союза. Самой успешной оказалась конструкторская группа под руководством Евгения Федоровича Драгунова. Евгений Федорович в основном занимался созданием спортивного оружия, но всемирную известность ему принесла именно СВД – снайперская винтовка Драгунова. В 1963 году она была принята на вооружение, а с 1965 началось ее серийное производство. Снайперская винтовка Драгунова СВД. Патрон 7,62 на 54 мм. Емкость магазина 10 патронов. Масса со снаряженным магазином 4,3 килограмма. Дальность прицельной стрельбы 1300 метров. Начальная скорость пули – 830 метров в секунду. Специальный снайперский патрон к СВД был разработан в ЦНИИ «Точмаш». Помимо снайперских, допускается использовать патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями. Автоматика винтовки работает за счет энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола. Снайперу не надо совершать лишних движений для перезаряжания оружия. После выстрела СВД сразу же готов стрелять снова, пока в магазине есть патроны. На дульной части ствола находится пламегаситель. Он значительно снижает вспышку от выстрела при стрельбе ночью. Для рукопашного боя к СВД может крепиться штык-нож. Основным оптическим прицелом для СВД является ПСО-1, фиксированной кратности. Вот так выглядит сетка этого прицела. Это дальномерная шкала. С ее помощью определяется дальность до цели. Шкала наводится так, чтобы цель располагалась между горизонтальной и наклонной линиями. Штрих, расположенный над целью, и указывает расстояние до цели, имеющей высоту 1,70 м, то есть человеческий рост. Полученная дальность устанавливается маховичком. На расстоянии до 1000 метров на цель наводится верхний угольник. Если расстояние до цели больше 1000 метров, то наводятся нижние угольники на 1100, 1200 и 1300 метров соответственно. В конце 80-х для снайперской винтовки Драгунова был создан новый прицел. Он получил наименование ПСП-1 – прицел снайперский панкратический. Панкратический значит с переменной кратностью увеличения, в данном случае от 3 до 9. Такой прицел позволяет сократить время на обнаружение цели, увеличить точность наведения и, как следствие, уменьшить время на поражение цели. Прицел ПСП-1 выпускался на Белорусском оптико-механическом объединении. Некоторая часть прицелов поступила в войска. Но развал Советского Союза не позволил переоснастить новым прицелом все снайперские винтовки. Для прицеливания есть определенные правила, которым обучают будущих снайперов. Оптический прицел необходимо располагать на определенном расстоянии от глаза. Если окуляр будет слишком близко, то стрелок увидит в прицеле кольцевую тень. Ее быть не должно, так как при этом поле зрения прицела значительно сужается.
Если глаз будет смещен вверх или в сторону от главной оптической оси прицела, то в поле зрения появятся тени в виде полумесяца. Это тоже неправильно, так как в таком случае пули будут отклоняться в сторону, противоположную тени. Чтобы правильно прицелиться, нужно навести острие прицельной марки в точку прицеливания и следить при этом, чтобы поле зрения прицела было чистое, без затемнений. Навыки правильно располагать глаз относительно окуляра вырабатываются путем систематических тренировок. Не менее важно правильно нажимать на спусковой крючок. Делать это надо на выдохе, затаив дыхание. Дергание за спусковой крючок приводит к неточному выстрелу. Правильность нажатия на спусковой крючок можно показать накладыванием пальца руководителя на палец обучаемого и плавно нажимая до тех пор, пока курок не сорвется с боевого взвода. В составе подразделений ВДВ тоже были снайперы, но десантироваться с СВД было затруднительно, она была достаточно длинной. Поэтому в середине 90-х годов специально для воздушно-десантных войск была создана модификация винтовки Драгунова, винтовка СВДС. Она отличалась наличием металлического складного приклада, укороченным стволом и другим пламегасителем. Десантная винтовка в сложенном положении короче обычной СВД почти на 35 сантиметров. При этом баллистические свойства винтовки снизились незначительно. Стенки ствола СВДС сделаны толще. Это уменьшило колебания ствола при выстреле. Существует еще одна укороченная версия снайперской винтовки Драгунова СВУАС. Она сделана по схеме Bullpup. Магазин расположен позади пистолетной рукоятки. Винтовка снабжена складной сошкой для большей устойчивости при стрельбе и при необходимости может стрелять очередями. Ствол оснащен надульным устройством, выполняющим роль пламегасителя, дульного тормоза и, в какой-то мере, глушителя. СВУАС принята на вооружение спецподразделений МВД в качестве снайперского оружия для городских условий. В начале 2000-х была создана СВДК – снайперская винтовка Драгунова под крупнокалиберный патрон 9,3 мм. Основной задачей этой винтовки считается поражение противника, защищенного тяжелыми бронежилетами. СВДК способна работать и по целям за легкими преградами, а также по небронированной технике. Удобная пистолетная рукоятка и складной металлический приклад унаследованы от десантного варианта СВД. В остальном крупнокалиберная винтовка, конечно же, от нее отличается. Ствольная коробка, затворная группа и газоотводный узел переконструированы под более крупный и мощный патрон. По точности и кучности стрельбы СВДК так же хороша, как и СВД. Фактически на тех же дистанциях, при тех же результатах, что и в СВД, можно работать более мощным патроном. За годы службы в вооруженных силах СВД проявила себя с самой лучшей стороны. Она до сих пор остается на вооружении и по праву считается одной из лучших армейских самозарядных снайперских винтовок мира. У СВД хорошая кучность и высокая надежность. Качества, особенно необходимые армейскому снайперскому оружию.